В рамках заседания хозактива глава Алроса Сергей Иванов заявил, что местным кадрам из районов будет представлен приоритет при трудоустройстве на Верхнемунское месторождение. Сегодня службы Удачинского ГОКа разрабатывают дорожную карту по набору персонала. Ожидается, что в этом году будет трудоустроено 400 человек, в следующем году еще 200 или 300. Промышленное освоение на Верхнемунском месторождении начнется в четвертом квартале 2018 года и продлится по оценкам до 2041 года. В феврале в Вилюйской группе районов прошел отбор населения для трудоустройства. Отметим, что Верхнемунцы – это самое молодое месторождение Алроса. Оно расположено в 170 километрах от Удачинского ГОКа и состоит из четырех кимберлитовых трубок.